Всем привет, на канале Хьюганта. Мы играем Outlast. И мы в него вернулись. И будем продолжать пугаться. Ну, я надеюсь. То, что погибать не будем тоже. Откуда я пришел? Я думаю, мне наверх. Опа, новая цель. Доберитесь до нижнего этажа мужского отделения. Я понял, могу двигать и все такое. Давай, толкай. Тихо. Привет, чувак. Чего сидишь? Скучаешь? Закрыто. Дорожка. Так. Оттуда я не доберусь, да? Давайте попробуем сдвинуть до конца туда. Край. Так, это что у нас такое? Неужели? Батарейка! Первый раз! Мы нашли батарейку, отлично. Давно я уже не видел батареек. Прям, мягко говоря, удивлен. Прям куда-то заманивает. Слишком жив, слишком жив. Что тут происходит? Ага, журнал. Новый документ. Так, она похожа наверх. Прыгай. Опа, привет. Снимай, снимай, снимай. Мясо! 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 А, ясно. Плохо дело. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Прикинь, не успеет. Дай, бля, отпусти ручку. Ой-ой-ой. Блин, врезали все-таки. Шикарно. Растерялся немного. И сценка с ручкой вообще. И немного времени от него. Так, быстрей. Не теряем времени, не теряем. Темпи, темпи, темпи. Мясо, хочу мясо, хочу мясо, хочу мясо. Черт, черт. Беги, беги. Тут дверь. Толкай, толкай, толкай. Давай быстрей. Я бегу, бегу, бегу. Не догонишь ты меня. И все. Опачки, не туда. Вальридер. Прыгай. Пути я не знаю, но тут инициативности, понятно. И прыгаем. Есть.
Ах ты скользкий поганец. Ну да, это было неплохо. Пошли дальше. Еще одна дверь. Так, похоже, продолжаем бежать. Тебе не спрятаться. Это точно. Классно прям. Волнующе, я бы сказал. Давай, открой быстрее. Быстрее. Ой-ой-ой-ой. А, нет, извращики поймали. Это подстава. Я так надеялся успеть. Давай еще раз. Еще одна дверь, сюда. Тебе не спрятаться. Эй. Так, нам надо разобраться, куда пойти дальше. Потому что... Да ешь ты... А, вот так можно было. Он уходит? Черт. Пока. Там, оказывается, надо было всего лишь нажать. Ты сделал правильный выбор. Это точно, я уже вижу. Эй, да ты же парень такого долбанного священника, его свидетель. И как он тебя называет? Ведь устал. А давай-ка отдохнем, дружище. Пропустим по бокалу мартини, потолкуем. Забавно у тебя лицо, чувак. Давай по мартини. Ах, тяжелее, чем кажется. Небольшой разряд тебя не убьет. Ладно, вот. Так, чтобы взбодриться чисто. Ой, ой, мне что-то дали. Едем, едем. Катим, катим. Бесплатная проводка по отделению. А то бегать бы пришлось. Тут катают. Обожаю горный воздух по ночам. Не хочешь выбраться наружу, погулять? Вперед, я подожду. Давай, можешь бежать. Я не тороплюсь. Нет. Нет? Ну ладно. Суровый ты. Как... Суровый как ремень. Мне это нравится. Хорошо, вот сюда. Мерзавец, а? Шутник. Запер нас. Выпустите! Выпустите нас! Похоже, мы здесь не первые. Запертая дверь. Бей. Бей меня. Бей. Kill me. Kill me. Ни к чему было. Если ты говоришь. Мне как раз надоело вязать наклейки. Кто это сказал? Просто субтитры одни были. Совсем понятно. Вот мы и пришли. Спасибо, что заглянул. Сейчас мы приступим. Подождите минутку, говорит. Я только вымою руки. Ах, вот как. Домашнее видео? А это хороший повод для разговора. Давай, быстрее, развязывайся. Давай-давай, чувак. Борись, борись. Знаешь, я немного волнуюсь. Много времени проводишь с отцом Мартином. Надеюсь, он не дурачит тебя этими близкими штучками. Мол, он проведение Бога. Проведает Бога. Никого не хочу оскорблять. Но порой он смахивает на психа. Это понятно. Люди напуганы, тянутся к Богу, как и к другим путям спасения. Увы, Бог умер. Скорее за одного стандарта. Убийство — простое решение. А что будет, если деньги исчезнут? Люди сойдут с ума. Make you
Это очень... Вау, какие ножницы. Очень странно. Сиди за мысли, не отвлекайся. Еще многое нужно воспринять. Ножки срезет. Ой-ой. А что это изменилось? Вот что-то течет. Ладно, мне пора. Ой, да. У нас не хватает нескольких пальцев. Это нехорошо. Окей. Раскачиваемся. Свобода. Это было легко. Так. Дверь тут не закрывает, так что... Кто там? Там есть кто-то? Подожди. Или подойди. Я не пациент, а администратор. Как он? Как триггер. Но его лечили. Он слишком жив. Его сны переполнены кошмарами. Вернике. Лекарство уж слишком подействовало. Они не удержали его под контролем. И ты не сможешь. Никто. Никто. Он найдет тебя. А, пора бежать. Он убьет, он придет. Триггер. Вот тут, блин, ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, дверь открылась. Мне пора бежать. Не обессудьте, люди. Хотя стоило дверь, наверное, закрыть. Я поехал. Ключ нужен, говорит. Наверное, это не очень хорошо. Опа. А триггер опасный парень. Так, это надо сдвинуть. Откроем. Боюсь, тут начнется охота. Да ладно тебе. Не серчай на меня. Кто мне скажет? Где тут карточка? Точнее, где ключ может быть? Еще одна дверь. Ключ. Мне нужен ключ. А, спрятаться. Ну, это непопулярный метод. Я призрак, не отражаюсь. Триггер, ты где? Выходи. Похоже, мне хана. Ау, больно. Главное не сворачивать с пути. Идти, идти, идти. Ой-ой-ой. Слушай, а где карточка? Я вот не понял. Ключ, карта какая.
что, сзади бежит, что ли? Похоже, не отстает. Оп. Почти поймал. Много дверей. Ой-ей. Ай-яй-яй. Ой, беда. Зарубили. Только одного не понял. Короче. Блин. Ты что орёшь, а? Он же тупой. Он же не сможет дверь открыть, правильно? Толкай. I'm a close. That's who I am. Да, я близко. Ух ты, он успел меня догнать. Вопрос, куда идти? Понимаешь? Вопрос то, чтобы актуальное, самое важное. Hey, nobody likes a quitter. Ну и где ты? Вроде где-то рядом. Как бы прятаться от него тоже нет смысла. Ну где карточка? И бегать от него я не могу, как бы. Да ты замахал. Понял. Привет. Неожиданно, да? Я, короче, не понял. А, все ясно. Здесь-то он меня не достанет. Вот это поворот событий-то. Кто бы мог подумать, что тут кровать, и просто надо было забраться. А это, наверное, умер пару раз уже. Ключи. Дело какое-то лежит. Так. Кстати, похоже, глюк пропал насчет батареек. Я уже видел несколько. Так, я думаю, нас здесь сохранили, как бы, уже хорошо. Потому что вроде следующая часть. То мы немного застряли в одной точке. С этим... С этим чуваком, короче. А вот и ключик. Сейчас начнется. Так, а куда нам идти? Закрыто. Блин. Да иди ты. Да ешь твое. Убили опять. Понятное дело, нам надо идти туда, откуда он пришел. Так. Обманный маневр.
Беги. Куда, куда? Уходим, уходим, уходим. Двери, походу, не успею закрыть, да? Или успею? Пока. Он что, не умеет двери открывать? Мы же знаем. Так... Нет, не с той стороны. Что творишь? Вот, все. Главное, двери с нужной стороны закрыть. Толкать надо, нет. Мы погибли практически. Открывай. Есть. Жми, жми, жми. Еее, успел. На грани практически. Я тебе все равно достану. Ага. Ну я ж крутю тебя, правильно? Прости, чувак. Ты проиграл. Отлично, и что теперь? Ага. Ясненько. Пойдем искать новых психов. Сейф. Как он так быстро обошел? Вроде был на другом этаже. Нам надо вниз идти вообще, как бы. Я точно хочу. Хочу посмотреть просто. Все. Вдруг тут что-нибудь спрятало. Телефон звонит, компьютер работает. И куда мы пришли? Доставка везде одна и та же. Оу, да тут у нас стена проломлена. Кто-то двери замуровал. Слава богу, ты жив. Я боялся. Те мерзкие маньяки потрошат тебя, как остальных. Ты этим все снаружи. Мы уже закрылись. Найти отца Мартина. Новая цель. Спасибо. Что даешь мне цели? То больше некому. Бля, опять не воспитим, как бегать сейчас. Какого-нибудь маньяка. Ага, новый журнальчик. Возьмем для коллекции. Мы же все-таки фильм пришли снимать сюда. Я думаю, неспроста. Тут света нет. Ты кто? Сиос. Ага. Опачки, еще одна батареечка. Так, ну нам явно не сюда. Хотят батарейку пожалеть. Молодцы. Я уже думал, будет только тратить батарейки. Куда нам идти тогда? Похоже, в туалете я что-то не углядел. Давайте посмотрим. Все-таки в туалете что-нибудь. Либо там по коридору дальше что-то. А, нет, дверь закрыта. По факту только туалет. Нет? Давайте глянем, вентиляция какая-нибудь может есть. Или вот здесь. Да. Слегка не дошел. Перекрыли дорогу.
Интересно, мне в ту же комнату надо? Куда ведут кровавые следы? Да, по другому пути ты не пойдешь. Ну, пойдем. Как тут живописно. Снимай, снимай. Репортаж. Кто-то все поджег. Надо было спалить это место, да то. У нас так много отняли. А, уверите. Тут охранник. Ничего, здание не сгорит. Новая папочка. Я думаю, можно музыку послушать, тут приемник все-таки лежит. А тут, похоже, только папочка была. Да, ну пока я ничего не вижу. Так. А, точно сюда. Проход. Сохранение. Сюжет. Интрига. Так, тут не пройти. Котельная какая-то. Давления нет. Вода в системе отсутствует. Откройте все засонки. Ха. Я думаю, на этом мы сегодня закончим. Засунки мы откроем в следующий раз. Всем спасибо, что смотрели. И до новых встреч. Всем пока.